Пришла в Моррисон, друзья. Вот я в Моррисоне всегда рыбу покупаю. У них здесь скидки классные. И вроде бы она такая, знаешь, свежая рыбка. Вот, например, вот видишь, 7 фунтов. Вот за этот вот. Это огромная форель. Это не лосось. Трот написано. Ну, значит, форель. Вот сейчас они мне ее сделают. Вот там я попросила мужчину, он мне ее, мою рыбку. Сейчас нормально сделает филе из нее. Все ее почистит. И вот она будет вот примерно вот так выглядеть. Вот я уже ее одну взяла. Видите? Я очень люблю. Вот она стоит 16,52. Очень неплохо. 7 фунтов за килограмм, это очень хорошая цена. Вот здесь еще вот у них такие есть морепродукты. Вот, в частности, королевские креветки 200 грамм, 5,38. Я считаю, очень дорого. Обычные креветки пропали. И вы знаете, обычные креветки пропали в связи с чем? В связи с тем, что у нас открылся ресторан. Вот такой наборчик малюсенький, 3,50, 200 грамм. Вот, 2,50, ой. Вот такой наборчик, кстати, неплохой. Это, видите, вот мясо крабовое потертое. Хотя, наверное, не мясо, а вот эти вот крабовые палочки. Ой, не знаю. Короче, 2 за 50 крабовых палочек я возьму, сделаю из них салатик. Давно не брала, кстати. Вот я... В Моррисон вас не водила никогда, не приводила. А сейчас вот хочу показать. Ну вот взяла я рыбку. Мне ее разделали за 15 фунтов. Она мне стоит целая рыбина. Это вот зачем я хожу сюда. А еще я хожу, знаете, в Моррисон зачем? Вот здесь бывают неплохие кусочки кости. Борщ варить. И недорого. Вот в частности, вот видите... Meat Bones 2,35 за 670 грамм. Может быть, скажете, дорого, друзья, но дешевле не найдете. И тут можно выбрать. Вот я тоже беру, покупаю, варю борщ. Это биф. Вот еще, пожалуй, единственное. Вот ножки свиные. Хочу вам показать. Вот это единственный магазин, в котором их можно купить. По крайней мере, у нас. Вот я обычно покупаю, прошу, чтобы мне их разрубили. Они все прекрасно здесь рубят. Вот руб 95, две вот таких вот свиные ножки. Варить холодец. Вот ребрышки. Но это свиные ребрышки. 2,86 за 700 грамм. В общем, так, а это что у нас? Рипс. Чайнис рипс. Почему чайнис? Руб 82 за 400 грамм. В общем, вот я обычно такие вот беру у них нарезки, нарубки. Этим мне нравится Моррисон. Вот здесь очень дешевая печенка. Вот пик, свиная печень, 76 копеек, 378 грамм. Вот свиные почки, 87 копеек. Тоже 386 грамм. А, неплохо. Так, вот нашла еще сердце. Баранье сердце. Lamb heart. Сердце баранье 400 грамм, рубль 61. Вот я его, пожалуй, возьму. Оно одно последнее здесь осталось. Ну, а вообще вот этот Моррисон, он такой же, как большинство других магазинов. Как я сказала, нужно знать, что где выгоднее покупать. Что-то выгоднее в одном магазине, что-то выгоднее в другом магазине. Но вот в основном лучше, если вы попадаете на скидки, конечно. Скидки, как у меня спрашивали, а что делается с просроченными товарами? Просроченные товары сразу же выбрасываются. Это однозначно. А вот скидки на них делают это вот как бы в тот же день. Вот если... Допустим, 25 сентября у нас сегодня.
Значит, все товары числа 25 сентября будут скинуты, будут продаваться уже Reduced. И можно купить. На следующий день, как мне объясняли, если они не куплены, то их просто утилизируют, выбрасывают. И вот даже то, что я вам показывала, для бедных там церковь, которую привозятся хлеб и всякие другие продукты, вот они тоже там, они ни в коем случае не привозят то, что уже на выброс, то, что уже просроченная годность. Они привозят, ну, допустим, вот как вот я уже сказала, в тот же день. Вот. Ну, вот такой магазин, как множество других в Англии. Называется Morrison. Пока-пока.